таксист не к дому. Я его сказала, почему вы не к дому подъехали? Освободите мне автомобиль. Он мне начал тыкать, выкать, то есть вести себя неадекватно. Освободите мне автомобиль. Слышите, он говорит, освободите мне автомобиль. Почему-то он мне посреди дороги хочет выкинуть из автомобиля. Да, я адекватных не вожу. И не надо мне фонарем светить в глаза. Освободите мне. Вот объясните мне, в чем дело. Освободите мне автомобиль. По какой причине? Ну вы приехали, у вас заказ. Освободите, я вас не повезу, вы неадекватны. А в чем я неадекватна? Вопрос, то, что вы приехали не к тому дому. Вы пьяный, я вас не повезу. А почему я пьяная? Сколько перепугу, я пьяная? Потому что вы пьяный, от вас идет перегар. От меня перегар идет? Да, освобождаем автомобиль. Слышите, от меня перегар идет. Я вообще не употребляю алкогольные напитки. Девушка, я вам говорю, освобождаем автомобиль по-хорошему. То есть я могу в суд подать, вы в курсе, да? Можете в суд и в 2, и в 3 сюда. Вы меня оскорбляете, что я сейчас... Давайте сейчас вызываем милицию. Стоп, стоп. Мы вызываем милицию, проводим освидетельствование, что я пьяная. Ну так будет, это как выглядит. Отвезите меня, пожалуйста, на остановку. Я в отдел. А, в отдел он меня сейчас отвезет. Хорошо, он меня мужчина везет в отдел. Товарищи, я в таком шоке, я не понимаю, что с людьми происходит. Просто не понимаю. Чересчур ты умная, я смысл. Вы слышите, как со мной человек разговаривает? Чересчур я умная. Нет, мы же в отдел едем. Мы едем в отдел. Мы едем из машины, я вам сказал. Мы едем в отдел. Подождите секундочку. Слушай, неадекватный мужчина. Машины. Не, вообще выходим нормально. Выходим отсюда и дергаем. Вот видите, вот мужчина вот такой.